В Баку во второй раз прошел международный молодежный песенный конкурс Youth Vision. В конкурсе приняли участие около 60 представителей из 19 стран мира. Первое место заняла представительница Грузии, а второе и третье места – Кыргызстан и Молдова. Профессиональное жюри от каждой страны присуждало понравившимся участникам от 1 до 12 баллов. Это прекрасный конкурс. В прошлом году я сам был участником конкурса и занял третье место. На этот раз я получил приглашение принять в нем участие в качестве члена жюри. В международном песенном конкурсе приняли участие молодые люди от 14 до 35 лет. Одной из самых юных участниц конкурса стала 14-летняя Катарина Алексич. Я узнала от своего педагога по вокалу, что в Баку в Азербайджане пройдет достаточно масштабный конкурс, и она предложила мне принять в нем участие. Мои родители тоже одобрили это решение, таким образом я приехала сюда. По правилам конкурса участники могли исполнить как свои композиции, так и представить на суд жюри популярные хиты. Участники Youth Vision 2017 прибыли на конкурс из различных стран Европы и Азии. Среди них оказалась и эксцентричная представительница из Финляндии Анна, которая исполнила на конкурсе свою авторскую песню под названием «Твоя любовь». Один из моих друзей был здесь в прошлом году, и он сказал мне, что я должна приехать и принять участие в этом конкурсе. И я сказала, почему бы и нет. Я никогда не представляла эту страну такой прекрасной. Я была приятно удивлена. Я, несомненно, приеду сюда еще раз. Азербайджан на конкурсе представлял Арас Гумбатлы со своим проектом «Арас Озара». Арас представил необычный синтез разноплановых жанров – рока, джаза и ашукской музыки. Азербайджанский музыкант играет на многих инструментах – саксофоне, фортепиано, барабана, гитаре, таре и кеманче. В прошлом году ему удалось покорить музыкальное шоу «Голос Франции», а в этом году он получил приглашение на участие в Youth Vision у себя на родине. Эсмира Алиева, Фуат Керимов, CBC.